Смотрите в следующем выпуске программы «Время здоровья». Что такое рефракционная хирургия, насколько она безопасна и эффективна? Кто может попасть на операцию и от чего зависит результат? Какова стоимость процедуры? На вопросы ведущей ответит кандидат медицинских наук, хирург-офтальмолог, заслуженный врач Чувашии Надежда Маслова. Премьеру передачи «Время здоровья» смотрите 28 ноября в 20:00 на национальном телевидении Чувашии.